Сложно ценить волю, не обретя веры, не распознав меры, с кем и чего пить. Может ведь так статься, будут вокруг виться вовсе не те лица, что ты мечтал зрить. И на кого пенять, а на кого надеяться? Вопрос не для анкет, и стоит все равно нам верить, что в четверг все к лучшему изменится. Но если не в четверг, то значит выходной. Если грешить редко, если стрелять метко и не давать в долг, жизнь потечет плавно, буднично и праздно, но не совсем ясно, будет ли в ней толк и на кого пенять. А на кого надеяться? Вопрос не для анкет, и стоит все равно нам верить, что в четверг все к лучшему изменится. Но если не в четверг, то значит выходной. Но если не в четверг, то точно выходной.